Доброе утро, дорогие друзья. Дождливая, пасмурная. У нас среда, 9 октября. И на сегодня, на завтра у нас прям очень прогнозы для очень больших ливней. Сегодня и завтра будет прямо очень много воды. Я не знаю. Вот сегодня уже был дождь рано утром. И сейчас 9 утра. 10 уже почти. И к 12 написано, начинается сильный дождь. И до, в общем, до вечера завтрашнего уже, до четверга. Вот. Надеюсь, нигде не будет никаких затоплений, подтоплений, потому что предупреждали по новостям немецким, что могут быть затопления в некоторых землях, и у нас в том числе. Но мы находимся не прямо в низине, но тоже как бы так не очень высоко, поэтому все может быть, не дай бог, чтобы все прошло более-менее нормально. Смотрю по прогнозу, ветер такой сильный, но бывает и сильнее у нас, поэтому такой средний, но дождя будет много, 27 миллиметров написано, завтра выпадет, это очень много, сегодня 21, по-моему, завтра 27, даже кишка сегодня не приходила, что-то она... Видно, нелетная погода. Наверное, спит где-то дома под одеялом теплым. Так что вот такая погодка. Я сегодня, надеюсь, никуда не пойду. Ни в центр, никуда. Потому что такая мерзкая погода. Хочется быть дома, смотреть в окно. Я, конечно, дождь люблю. Но когда холодно еще, плюс еще если ветер сильный, то как-то уже не очень люблю. Просто дождь люблю. Вот, я сейчас буду себе готовить завтрак. Заниматься домашними делами. Дима на работе. Может быть, он сегодня пораньше приедет, потому что писали, предупреждали, что если будут какие-то подтопления, то могут быть и перекрытия некоторых участков на автобанах. Поэтому главное, чтобы он нормально доехал. Туда поехал нормально, обратно уже посмотрим. Дай бог, чтобы все было хорошо, потому что как раз вечером часов в 5-6, когда он едет, будет прям очень сильный дождь, до 90%. Так что вот так. Я уже тут себе подготовила плацдарм для приготовления кое-какого блюда вкусненького. Ну, это будет, скорее всего, в отдельном влоге. А здесь у меня, знаете, что сушится? Посмотрите, никогда не поверите. Здесь у меня сушится шиповник. Не знаю, надеюсь, что высушу. Вчера сушила несколько часов при... сколько было? 40 градусов, 40-50, вот так и сейчас сушу. Ну, сейчас закрытая духовка, потому что я только ее разогрела, но обычно я вот так его сушу с приоткрытой немножко дверцей. Мне кажется, что так нормально. Я его сначала разложила там на подоконнике у нас, ну, на кухне, но мне это все не понравилось, потому что он плохо сохнет, долго там, нет у нас ни солнца, ничего, понятно, и мошки собираются, поэтому я решила все-таки постараться его высушить более таким быстрым способом. Надеюсь, что получится. Потихоньку сохнет. По чуть-чуть, видите, вот. Так что надеюсь, что потихоньку его здесь высушу в духовке. Потому что другого варианта уже нет. Сушить его на подоконнике, мне кажется, это надо пару месяцев. А в нашем случае, когда солнца вообще нет, то и дольше. Так что сушится потихонечку в духовке теперь. Та, которая не собиралась никуда выходить, не сидится мне дома. Сделала дома все свои дела, решила выйти, сходить в центр, пройдусь по магазинам, хочу, если честно, посмотреть хлебницу все-таки, потому что не нравится мне, что это хлеб, то в кульках, то в бумаге какой-то везде вот лежит по столам. Хочу, чтобы это все было собрано в одном месте и закрыто, чтобы это меня все не раздражало. Не знаю, если что-то найду, я могу хлебницу, в принципе, поискать только в Тедди и в Вульворт, все. У нас больше нет вариантов здесь рядом. Вот. Дождя пока нет. Дима говорит, что утром был очень сильный ливень, когда он проснулся в 6 утра или в 6:30 он проснулся. Говорит, что очень сильный дождь был, но оно и видно, что уже такие нормальные. Но пока вот до обеда еще дождя больше не было. Вроде бы прогнозу должен быть. Я зонтик не брала, потому что не хочется его тащить. Написано 30% с 12, но вот сейчас уже 12:30, пока нет дождя. Думаю, что может, вообще не будет, пока я вернусь. Так что вот такие вот дела. Я вкусно позавтракала. Рецепт будет на канале в отдельном видео. Очень вкусного такого завтрака. И все. У нас еще сегодня есть новости по квартире. Пришло нам два письма официальных. Одно письмо
от бывшего владельца, в котором указано, что это так. Уважаемый господин Попов, написано, я продал квартиру, тем самым заявляю, кому я ее продал. Там написано, указаны все данные этого нового нашего Тима. Мальчику лет, не знаю, может, 25 есть, наверное, не больше. Вот. И он такой, видно, что зеленый в этом плане, в плане покупки квартиры, всего так переживал, что да как. Я имею в виду в плане даже не покупки, а в плане вот, что у него там жильцы будут жить в этой квартире и так далее. Вот такие дела. Слава богу, все нормально. В общем, в письме указано, что он ее продал, что вот теперь с 1 октября мы должны платить уже на такой-то счет, указаны его контакты нового владельца, где он живет, как его зовут и так далее. Вот. Также второе письмо, что кауцион переходит, что наш бывший владелец отправляет кауцион в таком-то размере новому владельцу, и что если мы будем там в свое время съезжать, то уже кауцион должен будет нам возвращать новый владелец. Вот пока таких два письма. Вот, что мы ждали эти письма, потому что мы не хотели платить без этих писем официально, и мы их дождались. Вот только сегодня, видимо, уже Дима будет платить за октябрь, потому что мы еще не платили. Не могла не снять эту красоту. Вот я вышла оттуда, и здесь сразу такая красота осенняя. Что за багряные листья. Очень красиво, посмотрите, там вообще такие красные. Вот этот лесок у нас между нашей улицей и магазином Lidl. И вот такая вот красота возле дороги. Подхожу уже к центру, к центральной улице, скажем так, центральной части. В принципе, это все вокруг центра. На улице, кстати, так тепло. Я думала, холодно будет. Нет, нормально. Прям чувствуется, что будет дождь. Сейчас вот заверну за угол и уже Тедди там. Сразу туда зайду, посмотрю, что там интересного. Там еще у них вроде 20 лет или сколько им там, не знаю. У магазина день рождения. Вроде у них там разные акции, скидки. Сейчас посмотрим. Давненько я туда не заходила. Месяц так точно, если не больше. У нас людей сейчас не особо много. Там внизу больше, потому что сегодня же ярмарка была, сегодня среда. Я и забыла. Она уже заканчивается. Обычно к обеду уже они собираются. Все готовятся к дождям этим, чтобы не было каких-то подтоплений, еще что-то. Смотрю, в Флориде тоже готовятся к урагану. Мильтон. Как он там? Очень хороший этот магазинчик, кстати. С обувью. Я, кстати, заходила позавчера, но ничего мне особо не понравилось из женских. Надо будет Диме сказать, может, ему что-то тут ботинки какие-то. Может, понравится что-то такое. Неплохое качество обуви. Не дешевое прям, конечно, но и качество хорошее. Так, вот уже Тедди. Сейчас заходим, смотрим, что там есть интересно. Вот уже здесь на улице висят такие. Такой вот декор. Осенний, тыквы, шишки и так далее. Тоже тыквочки по 4 евро. Да, интересно. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Да, вот у них 20 яры написано. Тедди. Так что праздник. Я уже зашла, и сходу тут эти украшения новогодние. Декор. Елочки по 3 евро. Подсвечники, кстати, симпатичные. На тему смотрел. О, тяжелый такой. Стеклянный. Так он не упадет. 4 евро. Он что-то шатается. Очень симпатичные. Мне прям понравились. Так, на стол. Красиво смотрится. Надо иметь в виду. Если я там не закажу, то здесь зайду. Куплю, если они останутся еще. Какие еще интересные. Декор такой интересный. По 12 евро такие. Домики. Как сейчас буду искать хлебницу. Пока не особо вижу. Вот это огромная эта хлебница. Это перебор. Ой, сейчас упадет. Не упала хлебница. Так. Да, прикиньте, эта хлебница за 15 евро. Бродбокс.
Ну, это очень большая. Я такую не хочу. А другую я что-то тут и не вижу, если честно. Ну, куда это? Огромная какая-то. Чуть-чуть поменьше хотелось бы. Тут всякие банки. Для кофе, чая, сахара и так далее. А хлебницы больше нет. Были тут раньше маленькие, но сейчас не вижу. Здесь боксы. Посуда, что-то из посуды есть. Кстати, Дима хотел такую масленку, но мне что-то тут этот цвет не нравится. Он не то белый, не то не белый. И Вульворц такая. Надо будет заказать. Так, сколько она стоит? 55. Да, хлебницы больше нет такой. Здесь стаканы всякие, чашки, баночки. Мне нужна была, кстати, баночка одна для сахара. Небольшая. Сколько это здесь? 2 евро. Наверное, это бы и подошло. Сейчас, наверное, возьму ее. Такие еще LED-лампы. Посмотрите, какая красота. Есть маленькая за 5, большая за 7. Очень красивая. В золотистом цвете есть еще серебристые, большие и маленькие. Не видела их здесь. Новенькое что-то. Вот еще есть, видите, в розовом. Красота. Очень много рождественского новогоднего декора. Посмотрите. Огромный выбор просто. Такие шары. Я их помню с прошлого года еще с этими перьями. О, веночек красивый. 8 евро. Симпатичный какой-то. Здесь тоже еще много всего. У нас, по-моему, дома есть такая елочка. Красота. Ничего я здесь не беру. И эту банку, эту хлебницу и так далее. Я иду сейчас сначала еще, не сначала еще, а схожу еще в Вульворт. Посмотрю, что там есть. Вдруг там есть та хлебница, которую я хочу. И если там и банки есть, я сразу там все возьму и пойду домой, чтобы не возвращаться сюда. Посмотрим, что там интересного. В Эрстенс Фэмили точно не будет хлебницы. Я туда заходила. В Дэме, конечно, тоже нет. Здесь только хлеб можно для хлебницы купить. Нет у нас здесь такого магазина, что-то типа Юска. Юск у нас есть, но в конце города. И что-то я там хлебниц не помню. В прошлый раз, когда мы были, я там смотрела, там не было такого. Депот тоже есть, но в Липштадт у нас нет его. У нас, конечно, тут поменьше магазинов, город маленький. Ну, сравнительно, по сравнению с более такими городами. 37 тысяч, может, это и не маленький. Есть, конечно, меньше здесь и селые города. Более-менее 37 тысяч населения, более-менее такой еще не совсем и маленький. Ну вот. Погода замечательная, пока дождь не начался. Но я и... Хочу дождь, если честно, хочу, вот, чтобы прям шел сильный дождь, потому что это будет уже завтра. И прям поснимать под дождем. Обожаю снимать вот без озвучки, без каких-то комментариев, музыки, просто снимать видео. Просто снимать видео под дождем со звуками природы. Вот так я хочу. Прям обожаю такое снимать. Это, конечно, некомфортно. Потому что ты вся мокрая, все, но такие кадры получаются просто невероятные. Так, иду вниз, смотрю, там ярмарка еще в разгаре, оказывается, или они уже собираются, не знаю, отсюда вижу что-то там, какие-то движения. Интересно посмотреть. Так что, как вы поняли, по поводу квартиры, пока мы остаемся здесь, я думаю, что ну, то, что он сказал с 1 января, он будет менять контракт. Я так поняла, холодную аренду он менять не будет, она так и останется. Единственный вопрос, единственная загвоздка пока остается в кухне. Будем ли мы ее платить отдельно за 60 евро или не будем? Ну, вот это пока единственный вопрос остается. А так все остается, как остается. Я так поняла, смотрите, какая красота. Очень красивые цветочки. Да, там еще ярмарка работает. Я что-то подумала, что уже они закрыты. Так, а я пошла в Вульворт. Смотрю, что там есть. Какая здесь красота вообще. Я бы все цветы купила.
А вот эти, которые у меня на террасе сейчас цветут. Видите, какая красота везде. Так, вот такие хлебницы я увидела в Woolworth. 110 евро в белом цвете. Обычная такая. И в черном еще есть. И мне еще нравится, что она с дырочками для, видите, видно, для проветривания, для воздуха. Не знаю, даже, может быть, взять. Только не знаю теперь, какой цвет я хочу. Черный или белый. Там, наверное, больше белый бы подошел. Но подоконник черный, я туда хочу поставить. Надо думать теперь. Больше не вижу хлебниц. И это продается, кстати, отдельно. Вот от посуды все здесь такая, ну, как выкладывают другой фирмы продукты. Не другой фирмы, а марки Woolworth, я так понимаю. Кстати, хорошие эти тоже. Ситечки такие. А это у нас что? Эссик. А, две бутылки такие для масла и для, ну, этого уксуса. Цена 6 евро. Наборы такие еще есть. Смотрите. Смотрю еще, что там с той стороны. Так, это какие-то подносы, разносы, чайники. Если бы был заварник, наверное, бы еще взяла. Какой-то красивый. Это набор таких тарелок. Кто-то уже открывал. Такие белые, керамические, тяжелые. За 6 евро. Две штуки. А, две тарелки здесь, да. Ну, может, с чашкой. Дальше. Что у нас тут еще? Сковородки какие-то, сотейнички. Сковородка 24 сантиметра, 10 евро она, или это не она, 10, 12 на скидке. А сотейник, непонятно, тоже, наверное, 10-12, а, вот написано 7 евро. Сейчас еще пойду посмотрю банку, если найду, то, наверное, возьму банку и хлебницу здесь. Вот кастрюли еще здесь всякие, это для гриля, так понимаю. Интересненько. Такая штука для каких-то, наверное, да, для круп. Дозы такие по 2,5-2,5 литра. Такая штука для фруктов. 5 евро. Сейчас, наверное, вернусь я к этим хлебницам. Все-таки возьму одну из них. Евро бродкастом.
Так, ребят, я уже дома успела. Немножко так под моросящим дождем уже шла, но, слава богу, сильный дождь пока не пошел. Вот сейчас уже посильнее такой идет. Но я уже дома, так что не намокла. Все хорошо. Сейчас покажу, что купила в магазине Woolworth на 26 евро. Как всегда, толком ничего не собиралась брать, но и покупочки есть. Так, показываю. Во-первых, взяла вот такую баночку, которая вам, я не знаю, показывала вам ее, нет, 5 евро она стоит, 5, да, для сахара. Она вот с такой симпатичной крышкой деревянной. Здесь резинка, поэтому я думаю, что будет красиво, удобно все смотреться. Дальше взяла вот такую ложку, чтобы ее вот сюда поставить и успокоиться. Потому что мне всегда неудобно, когда я что-то готовлю. Ложка грязная, которая мешает, не хочется на столешницу. И всегда хотела вот такую подложку. Она обычная, пластиковая, за евро 50. Была только в таком цвете. Вот что было, то я взяла. Дальше. Взяла еще для салфеток вот этих вот такую подставку. У нас была деревянная, она у нас есть. Я ее в подвал отнесла, евро 50, она мне тут что-то не нравится. Вот это, мне кажется, здесь будет лучше смотреться в таком металлическом цвете. Дальше купила вот такую подложку резиновую, евро 50 стоит, под горячее. Под горячую какую-то посуду. Очень часто, особенно когда снимаю рецепты, мне надо поставить сюда или сковородку снять, или там кастрюлю горячую. И постоянно еще какие-то досточки, а с этой подставкой теперь никаких проблем не будет. Дальше купила вот такие zip-пакеты. У нас закончились, они всегда нужны на 1 литр, 15 штук. Цена какая, не знаю, около 2, а вот евро 75. Дальше купила такие две подложки по 2 евро. Уже когда-то похожее покупала, ну не этого цвета, конечно, у меня розовые, по-моему, такие есть. Они очень качественные, очень мне нравится материал, такой под кожу сделанный. И вот когда мне надоест вот то все коричневое осеннее, может быть, через несколько недель я поменяю и сделаю вот в таком все сером серебристом цвете на столе. И последнее, это хлебница. Все-таки взяла белую. Если честно, хотела взять черную, но там было только две черных. И обе были какие-то ободранные, с царапинами вот здесь по бокам. Поэтому пришлось взять белую. 10 евро она стоит. Вот такая вот симпатичная. Все, вся закупочка у меня из Woolworth на 26 евро.